Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Вушка, мы продолжаем играть на сервере Смотранта. Что здесь за скопление автомобилей? ООО 05050, РОО 034777, что тут? Мустанг СВО, АМР, Лима, что-то подъехал на ССС. Лера, Пир, что-то тут тревожится. Короче, я хотел сказать, что сегодня у нас будет тюнинг данной детки, потому что я уже задолбался ездить на стоковой. Я хочу уже красивую, мощную тачку, которую мне подарил подписчик. Вот, давайте затюним, но сначала мы заедем в цвет и покрасим ее. Так что желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Так, пацаны, решил не красить, потому что ее очень сложно покрасить. Давайте сначала выберем диски, а покраску напоследок, вот. Выберем диски. Какие диски? Диски — это тоже сложно. Давайте выберем сразу низкий профиль. И смотрим дисочки. Так, что-то я много пропустил, но здесь не очень такие. Знаете, мне нравится, как на ней стоят вот эти диски. Сейчас я найду, мерседесовские. Вот. Они прям на ней новые. Серые. Серые диски, серая тачка, прям топовая, типа тачка Литвина. Ну, вот ей идут эти диски, вам так скажу. Ну, вот эти нет, не хочу. Брабусные нет. Восаны тоже не хочу, восаны уже были. 495 тысяч, выезжаем. Не, ну прям зашли эти диски. Сначала казалось колхоз, но сейчас прям что-то понравились. Так, вот это... Чья-то тачка стоит, я забыл ее убрать, ну ладно, пусть стоит. Давайте изменим чиповку. Или не чиповку, чиповка здесь нормально стоит, а подвеску. 0.05, давайте 0.1 поставим. Короче, заезжаем в тонировочный центр. Вот, подъезжаем, ставим тонер 80, сотка-сотка, и ставим кристально-белый цвет. И это нам выходит 65 тысяч рублей. Устанавливаем. И уже сочно смотрится. Теперь нам главное, уже все поставили, но жалко, что у нее тюнинга тоже нет. Вот это прям очень плохо. И теперь то, что мы должны были сделать в самом начале, мы будем делать в самом конце, как всегда. Так, пацаны, подъезжаем. Винил студия. А теперь давайте посмотрим. Может, я все равно покрашу ее, вот этот винил. Мне прям очень хочется. Цвет, просто обычный цвет, как-то не хочется. Ну и жалко, лимон 650, а нет, полтора лимона просто. Ну зебра какая-то. А если давайте я поставлю? Здесь еще есть такой вот. Вот этот прям очень сочный. Ну что-то 5 лимонов как-то очень дорого. Давайте, так, матовый. А если металлик, мат. Металлик мат. Металлик лучше, так, матовый цвет. Серый, да? Если выбрать вот такой вот серый, сохраняем. И цвет дисков тоже вот такой вот серый, плюс-минус. Матовый. Что матовый и металлик, разницы нет. Давайте 34, 34, 34. И цвет кузова тоже. 34, 34, 34. 34. Прям Мерс Литвина, но не смотрится диски таким цветом. Так что лучше их в белый покрасить. Не, вот авто серый, то он прикольный. А если его сделать белым? А диски черные. Диски надо тоже белыми делать. Сложно. Короче, пацаны, ставим серый цвет. Не буду я париться. Ставим серый цвет дисков. Ой, говорю, дисков. Тачки. Вот, 100 тысяч. Цвет дисков. Белый. Все. Надеюсь, нормальный цвет пойдет ей. 100 тысяч. Оплачиваем. И вот такой у нас MG GT63S. Очень, наверное, скучный, то что он серенький и с белыми диски. Но потом я разбогатею. Ну, возможно, в следующей серии поставлю все-таки тот винил.
короче, короткая серия вышла, затюнили этот Mercedes. Очень прикольный и очень красивый Mercedes. Он, кстати, едет на 98-м сейчас замере. Если не ошибаюсь, он едет 405 километров в час. Да? Да, он едет 405. По поводу номера, может, кто-то спросит. Пока что будет этот, а потом будет другой. Но потом это будет, наверное, скоро. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, если ждете новые серийки. Если нравится данный Мерс, пишите, какие цвета можно было его покрасить, стоит ли делать тот винил или нет. Потому что многие могут сказать, типа, колхоз, а многие, типа, одобрят. Мне кажется, тот винил будет прикольный. Ну, покатаемся на обычном цвете, потом и на том покатаемся. Ну, с вами был Ивушка. Всем удачи. Сейчас буду в обстановку. Короче, с вами был Ивушка. Всем удачи, пацаны, и всем пока.